Всем привет! Добро пожаловать на обзор Renault Duster 2012 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 600 тысяч рублей. И сегодня я нахожусь в Республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон Транстехсервис Renault. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Такие ключи. Давайте начнем. Тканевая обивка салона. Шестиступенчатая механика. Чтобы включить заднюю, нужно потянуть за это колечко. Легко поворачивать руль. Рулевое колесо регулируется только по высоте, имеет механические регулировки. По вылету оно не регулируется. Давайте включим фары. Противотуманные фары. Аварийная сигнализация. Рейлинги на крыше. Шестнадцатидюймовые диски. Трехцилиндровый, 1.6, 16 клапанный, 100 девочек на пол. Задние датчики парковки. Блокировка стекол, электростеклоподъемники. Полностью с механическими регулировками водительское сиденье. Также подогрев сидений. Давайте послушаем звучание двигателя. Thank you.
бокс для мелочевки, аудиосистема CD, также вход для USB и вход для внешних устройств. 4 колонки, звучит неплохо. 6 станций. Настройки, громкость. Также можно сконнектить телефон посредством Bluetooth связи. Центральный замок. Кондиционер. Различные зоны. Задняя поверхность стекла, температура, рециркуляция, включение парктроников, задние парктроники, установки для полного привода, пепельница, которую можно передвигать, подстаканники, как я уже упоминал, шестиступенчатая механика, электрорегулируемые зеркала. И очень интересный звуковой сигнал. Так, комбинированный салон. Здесь применяется как ткань, так и заменитель кожи, что, я думаю, по износу устойчивости довольно неплохо. Довольно просторное багажное отделение, подсветка, запасное колесо, также шторка, чтобы закрыть поклажу.
выпуска салон стильной мужской одежды дресс-код ИП Погодина. Любишь экспериментировать с одеждой? Не боишься выделиться из толпы? Новая ультрамодная. Ставки под псевдоалюминий, на самом деле, пластик, но смотрится неплохо. Подогрев сидений также. И полностью с механическими регулировками и пассажирской сиденьем. Довольно просторный бардачок с подсветкой. У автомобиля полный привод. Реклама на HIT-FM. На этом обзор Renault Duster 2012 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз.